Компания «Эрисман» в настоящее время относится к числу ведущих мировых производителей обоев. Основанное 175 лет назад предприятие с течением лет выросло в целую группу компаний. Немецкая компания «Эрисман» и партнеры производит продукцию по месту своего расположения в городе Брайзах на Рейне, а ООО «Эрисман» в российском городе Воскресенск. Компания «Эрисман» начинает свою историю с середины 19 века. Именно тогда Рудольф Эрисман и его компаньоны основали первую обойную фабрику в городе Брайзах на Рейне в Германии. В 21 веке фирма «Эрисман», накопив огромный опыт производства обоев и ведения внешнеэкономических связей, стала расширять свои границы и в 2003 году основала обойную фабрику ООО «Эрисман» в России, в городе Воскресенск Московской области. На сегодняшний день коллектив компании насчитывает более 300 сотрудников. Руководство фабрики уделяет большое внимание повышению квалификации работников. Немецкие программисты, менеджеры, печатники, механики работают совместно с русскими коллегами. Постоянный обмен опытом улучшает профессиональные качества сотрудников, приближая их к мировым стандартам. Процесс создания обоев начинается в стенах собственной дизайн-студии, которая располагается на территории фабрики. Здесь опытные дизайнеры воплощают в жизнь самые смелые творческие идеи и дизайнерские решения, отвечающие современным тенденциям дизайна интерьера. При этом в поле зрения всегда остается вопрос, как сочетать классические обои с самыми современными производственными технологиями. Мы разрабатываем такие коллекции, чтобы каждый человек мог создать свой собственный стиль в доме. Именно эту философию мы воплотили в наш слоган «Эрисман – ваш стиль». Мы будем рады, если и ваш дом будет заполнен теплом и цветом обоев фабрики «Эрисман». Поэтому дизайнеры работают в тесной связке с отделением ручного проката, где на машине плоской печати можно увидеть, как будут выглядеть будущие обои. Ручной прокат – это имитация производственной линии. Здесь подбирается точная колористика в соответствии с разработанным дизайном обоев. С первого дня работы фабрики на ней действует производственная лаборатория. Ее основная задача – приготовление пластизолей и подготовка красок по заданной рецептуре. А чтобы продукт соответствовал всем стандартам, в лаборатории проводится входной контроль качества сырья и материалов. Производство обоев «Эрисман» осуществляется на самом современном зарубежном оборудовании. Управление производственной линией осуществляется при помощи новейшего программного комплекса. Для удобства работы секции оборудованы сенсорными панелями. Контроль за работой всей технологической линии осуществляется с одного пульта. Кроме того, машины оснащены новейшей системой контроля за элементами совмещения. Высокотехнологичное оборудование, квалифицированный персонал, использование экологически чистых сырьевых компонентов европейского качества и слаженные действия нашего коллектива позволяют добиться высоких результатов в нашей работе. Любые пожелания наших клиентов и смелые идеи дизайнеров будут реализованы в жизнь в самые короткие сроки специалистами компании «Эрисман». Обойная фабрика «Эрисман» выпускает все основные виды обоев. Наш ассортимент насчитывает более 2000 позиций. Креативность, исследование конъюнктуры рынка, умение улавливать новые тенденции – все это лежит в основе формирования ассортимента. Такая комбинация дает нам уникальные конкурентные преимущества, позволяя предлагать клиентам как практичные и недорогие, так и эксклюзивные обои. Обои «Эрисман» обладают устойчивостью к выцветанию и высокой механической прочностью, поэтому не нуждаются в замене долгое время. У фабрики есть собственный отдел по производству каталогов продукции. Такие каталоги создаются к каждой новой коллекции для ее детальной презентации нашим клиентам. На территории фабрики размещается склад общей площадью около 10 тысяч квадратных метров. Для улучшения логистики по России созданы филиалы со складами в таких городах, как Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самара. Работа склада сама по себе уникальна. Это целый город, который все 24 часа в сутки находится в постоянном движении. Мы индивидуально подходим к пожеланиям и требованиям наших клиентов и обеспечиваем качественную работу от этапа поступления заказа до доставки его покупателям. Популярность продукции компании «Эрисман» – это во многом заслуга точной и отлаженной работы группы продаж. Обои «Эрисман» продаются по всей территории России, а также экспортируются в такие страны, как Украина, Белоруссия, Молдавия, Латвия, Литва, Казахстан и многие другие.
С 2007 года в городе Воскресенске работает розничный проект компании «Эрисман». Здесь представлен весь ассортимент выпускаемой продукции. Покупатель всегда может ознакомиться с основными коллекциями обоев и приобрести самые последние новинки. На сегодняшний день в России уже открыто 13 фирменных салонов по продаже обоев фабрики «Эрисман». Компания «Эрисман» находится в постоянном развитии. Мы повышаем свой профессионализм, качество обслуживания, сервис внутренних услуг, используя самые современные и перспективные технологии ведения бизнеса. Корпоративный дух нашей компании способствует улучшению организации производственного процесса и непосредственно самого производства, процессов управления и сбыта продукции. В 2013 году российское отделение компании «Эрисман» отмечает свое десятилетие. За этот короткий срок компания вышла на второе место в России по объему производства обоев виниловой группы на бумажной и флизелиновой основе. Мы не останавливаемся на достигнутом. На очереди следующий этап модернизации производственного цикла, а значит, новые возможности и новые перспективы. Тот, кто создает уют в своем доме, не пройдет мимо обоев фирмы «Эрисман». «Эрисман. Your style».